слышите, что у нас творится? Представляете? И так метет уже со вчерашнего дня. Не метет, а ветер такой сильный дует со вчерашнего дня. Ни дождя нет, ни снега. Страшный ветер. А где-то, наверное, ураганы какие-то. Видели, что творится? А мы пошли колеса менять на зимние. Вся рябина облетела. Рябинка, все ягодки. Пойдем менять колеса на зимнюю резину. Завтра в город собрались ехать. И солнце светит, и ветер страшный. Вообще. Ну вот так. Сейчас машину надо помыть в зиме. И колеса. Ну что, красавица моя. Вот колеса притащили мы. Колеса у меня. Резина у меня сразу на дисках запасная, потому что нам так удобнее. Мы всегда покупаем машину и сразу колеса с дисками зимние. Потому что так легче менять колеса. Быстренько раз, те скинул, а эти одел. Закрутил и все. На машине смотрите, сколько через всякие щелочки вот эти вот пробилось. Листвы, мусора. У нас такой гаражик-то не капитальный. Думаю, хорошая, вся грязненькая стоишь. Сейчас я тебя буду мыть, а завтра мы поедем, да, в город. Страсти, мордасти. Пшеницу надо будет купить, обязательно. Ой, что-то мы еще там хотели, собирались. Ну, в общем, целый список там у нас есть, что купить. Поэтому дел полно. Не прошло и 2 часов, смотрите, ливень начался. Но, может быть, и ветер стихнет. Такой ветряка вообще. Ой, птиц сколько летит. Ну, обещали потепление, представляете, что? И вот это, видимо, холодные массы воздушные и теплые. И вот дали такой ураган. Ну, в общем, у нас сегодня что-то ужасное творится. Сейчас с другой стороны посмотрим, что. Голубочек, вон он живет. Сидит. Вон, видите? Вот он. Вот. В уголочке забился и сидит. Ему там даже сухо, по-моему, у него даже дождь туда не достает. Ну, в общем, мы его не гоним, пусть сидит. Вон, посмотрите, что. Все повалил, все быстренько пришлось это собирать, убирать во дворе. Казалось бы, и так было все убрано. Нет, все ветки какие-то, все это, с будки, кастрюльки, все полетело. Все убрали быстро. В общем, погода такая. И только я подумала, что отключат свет в такую бурю. И зашла в домик. А света нет. Все, наверное, не успею даже видео передать в YouTube. Попробую сейчас.